Дорогие друзья, мы с вами не затронули всего лишь три маленькие, но очень важные темы. Это купоны, это техподдержка сайта AliExpress для пользователей и все же, что нужно делать и как это делать, как получать посылочку и мои рекомендации в общем насчет этого плана, куда она приходит и тому подобное. Давайте начнем с купонов. Это очень просто. Мой AliExpress, мои купоны. Здесь вы видите список своих купонов. Видите, откуда они. Это вот, опять же, как я говорил, акция AliExpress. Видите, для чего они, для всех товаров AliExpress. Видите, от какой суммы он начинает действовать. Ну, все понятно. 2 доллара, оф, 20 долларов. Все понятно. И видно, что с 3 по 8 июня они действуют. Еще это товары, доступные на все товары AliExpress. То есть купоны, доступные на все товары AliExpress. Есть еще купоны продавцов. Это AliExpress купон. Это есть купоны продавцов. То есть мы можем посетить магазин и использовать купон. Таким же образом, у некоторых продавцов, вот здесь акция продавца, есть купоны. 3 доллара от 43, это просто как пример. Да, бывают разные акции. Ну, давайте, я не знаю, используем какой-либо купон. Здесь у нас есть 5 долларов от 40 какого-то продавца купон. Давайте просто я вам покажу, как использовать его. Что-нибудь дорогое-дорогое закажем от 40, ну вот 48, допустим. Так, ну, нажимаем купить, выбираем там цвет, размер. Наугад я выбрал, нажимаем купить. И вот мы здесь видим применить купон. Доступно купонов 1. Выбираем купон. И уже наша стоимость минус 5 долларов будет понижаться. Понижаться 43 доллара мы уже будем платить вместо 48. Нажимаем оформить заказ, и там уже все будет видно. О купонах все. Давайте все-таки сначала о техподдержке. В принципе, вот она, защита покупателей. Заходите на AliExpress, и вот она. Здесь вы... Так. Здесь у нас описывается защита наших покупателей, но то, что нам нужно, это нам нужно зайти именно в чат, где решаются проблемы. Вот это помощь, центр помощи, да, центр помощи о VIP-клубе, онлайн помощь. Мы ожидаем соединения. Есть здесь и робот, и есть здесь и не робот. То есть это уже не робот, хай, да? То есть мы сможем общаться с реальным человеком в реальном времени, решать наши проблемы по сайту AliExpress, если какие-то задержки в решении споров, если администрация не принимает участие, в общем, такие все проблемки. Еще о чем я хотел сказать, это просто пусть будет открыто у нас окно, а я вам расскажу. Это о том, как получают посылки AliExpress. Во-первых, с собой нужен документ. Документ, удостоверяющий вашу личность. Вы идете в ваше почтовое отделение, получаете посылочку и желательно, конечно, но не обязательно снять ее открытие на видео, чтобы у вас были доказательства, в случае чего, для открытия спора. Это самый мой основной совет и самый главный. Можно снимать на что угодно, лишь бы просто было видно, что вы открыли посылку. Но это не совсем обязательно. Возможно, просто потом задокументировать, сфотографировать, снять все вот эти вот погрешности, с которыми пришел товар. В принципе, ребят, мы с вами обсудили все-все-все самое важное на сайте AliExpress. Если у вас есть дополнительные вопросы, остались какие-то либо проблемы, посещайте наш канал на YouTube. Там есть множество-множество дополнительных видеоуроков про каждую часть AliExpress, просто более подробно. И там вы сможете также решить свои проблемы. Поддержка пользователей очень-очень важна для нас. Важно ваше мнение о нашем обучении, о том, как все это мы к вам преподнесли и нравится вам это или нет. В принципе, все, мы будем уже заканчивать полностью. С вами был Данил Букреев. Спасибо за то, что вы послушали меня. Надеюсь, что у вас не будет никаких проблем с заказами. Надеюсь, что все заказы будут вам приходить, и все заказы будут приходить в отличном состоянии, и вы полюбите AliExpress так, как я его когда-то давно полюбил. До новых видео, до новых встреч. Всем пока!